Уважаемые коллеги, в этом видео мы покажем работу обновленного веб-сервиса TrackLoader, к которому добавились интерфейсы работы с весовыми комплексами. Вы узнаете, как использовать программу TrackLoader в автономном режиме, то есть без использования оператора на площадке. Как эффективно связать весы и ВМС системы с алгоритмом оптимальных расчетов TrackLoader для повышения эффективности ваших погрузок как получить и анализировать полную информацию о фактических погрузках на ваших площадках. Перед вами поэтапная схема погрузки транспорта с использованием весов. К каждому этапу 1, 2, 3 поставлен в соответствие определенный функционал веб-сервиса TrackLoader. Итак, этап 1. Транспорт приезжает на площадку и проходит паусное взвешивание. Здесь также есть возможность по фотографии сбоку определить его размеры и конфигурацию. Результатом этапа является занесение транспорта в базу данных. Этап 2. Расчет оптимальной схемы погрузки заказа из ВМС-системы. Результатом является схема погрузки, которая отправляется на склад. Этап 3. Контрольное взвешивание груженного транспорта при выезде с площадки. Результатом является акт взвешивания для водителя. Информация по каждому этапу сохраняется в базе данных, ведется архив расчетов и данных с весов и камер. Эта информация будет использована в статистике. Теперь смоделируем представленную схему отправкой запросов в веб-сервис Trackloader. Для этого используем удобную утилиту Postman. Здесь у нас представлены две цепочки. Рассмотрим их по порядку. На первом этапе на площадку приехал пятиосник и взвесился на весах поостного взвешивания. В веб-сервис Trackloader мы отправляем запрос со следующей информацией. Это номер тягача и полуприцепа этого транспортного средства, номер заказа, который повезет это транспортное средство, информацию о весовом комплексе, его погрешность, где он расположен и другую информацию о его серийных номерах и дате поверки. Собственно, информацию по осям для транспортного средства и результаты работы программы Trackruller которая по фотографии сбоку определила конфигурацию и размеры транспортного средства. Отправляем запрос. Успех. Далее в приехавшее транспортное средство отправляем сам заказ, который необходимо разместить в его кузове. В представленном запросе есть информация о номере заказа, на каком складе его собираются грузить, транспорт, в который он будет погружен. Обратите внимание, что транспорт задан уже по-другому, но в нем все равно определяются номера тягача и полуприцепа. Заказ представлен двумя типами грузов, 1 и 2, которые уже скомплектованы в грузовые места. Они имеют две разных очередности, так как груз будет выгружен в двух разных точках. Отправляем запрос. Успех. Да, это был запрос от ВМС-систем. На следующем этапе уже груженное транспортное средство проехалось по весам, и этот запрос, как и первый, отправляют весы. Жмем «Отправить». Теперь посмотрим, что у нас получилось. Как мы говорили в начале, использование программы не обязательно. Поэтому мы заходим в почту. Там по этому заказу мы видим два письма. Первый со схемой погрузки, а второй с актом взвешивания груженного автотранспорта. Предлагаю открыть второй. В акте взвешивания у нас представлена следующая информация. Госномер тягача, госномер полуприцепа и информация по весам, которая передавалась в запросе. Далее идут нагрузки. Нагрузки при порожнем взвешивании из самого первого запроса. Расчетные нагрузки, которые из второго запроса были рассчитаны в программе Tracklodder. И фактические нагрузки, которые пришли от весов при взвешивании груженного автотранспорта. Как мы видим, получился перегруз, о чем в акте взвешивания сообщается. Как мы помним, у нас было две очередности выгрузки, и эти грузы отделены друг от друга. В самом низу блок согласования и подписи. Вы еще не устали? Тогда вернемся ко второй цепочке. Она будет отличаться от первой. Во-первых, самим заказом. Здесь грузы будут комплектоваться непосредственно в программе Trackload. Поэтому мы должны предварительно занести информацию по этим грузам в базу данных траклодеров. Это также делается с помощью нашего веб-сервиса. Отправляем запрос. Все окей. На следующем первом этапе мы делаем расчет схемы в первую очередь. Мы же не знаем, приехало транспортное средство на площадку или нет. Отправляем запрос. Если транспортное средство не найдено в базе данных, то расчет схемы будет произведен в эталонное транспортное средство. Но когда ожидаемое транспортное средство придет все-таки на площадку и взвесится, расчет произойдет именно в него. Посмотрим, какое транспортное средство к нам пришло. Мы видим, что в нем 6 осей и третья из них так называемый ленивец, то есть поднятая ось, которая не взвесилась на весах. Тем не менее, сообщив эту информацию нашей системе, в базе данных будет заведено корректное транспортное средство с шестью осями. Именно в него и будет сделан перерасчет ранее полученной схемы с эталоном. Запускаем. Таким образом, и в ВМС система может генерировать расчет схемы погрузки, и весы, когда по ним проезжает транспортное средство, актуализировав его в базе данных, также запускают пересчет схемы, если она была ранее до этого сделана по этому заказу. На завершающем этапе отправляем информацию по погруженному транспортному средству. И смотрим, что у нас получилось на почте. На почте нас ждет три письма. Первый из которых это расчет в эталонное транспортное средство. Давайте его откроем. Вот оно. Об этом здесь подписывается, что несмотря на то, что задавался такой госномер, расчет был произведен в эталон. Смотрим, что здесь есть 5 непогруженных палет. Далее схема погрузки в приехавшее транспортное средство, которое только что взвесилось. Вот оно, это шестиосник, и туда влезло все, как мы видим, без перегруза по осям. И третье письмо ⁇ это акт взвешивания, который мы видели на предыдущем этапе. Обратив внимание на сходимость расчетных и фактических показателей. Именно к этому мы и стремимся во всей этой системе. Если все сделать правильно, то погрешность по тележкам не должна превышать 3%. А сейчас я займу еще пару минут вашего времени и покажу, что остается в системе после выполнения всех этих запросов. Вот мы видим закладку задачи в программе Trackloader Admin, где представлены все запросы к веб-сервису Trackloader. Значит, вот мы видим первый запрос, который мы отправляли, это приехавшее транспортное средство. Видим его фотографию, как ее обработал TrackRuller. Расчет схем погрузки. Все запросы здесь сохраняются. И пишется статус задачи, либо выполнен, либо, соответственно, ошибка с объяснением. Все поступившие запросы можно отфильтровать по дате. Найти интересующую транспортировку или машину с госномером. Или сделать фильтр по типу задания. Переходим на закладку статистика. Загружаем сегодняшнюю статистику. статистику. Здесь информация в разрезе всех транспортировок. То есть у нас их две. Мы видим красную строчку, потому что это перегруз был по первой задаче, как мы помним. А по второй задаче мы видим все зелененькие рассчитанные нагрузки, потому что они практически совпали с фактическими. А по первой мы видим красным подсвечен перегруз. Таким образом, после завершения дня или недели, или месяца, у вас есть вся статистика, в которой видно, как грузились транспортные средства. А если они грузились по схемам, то будет совпадение хорошее, сколько было перегрузов, какой использовался потенциал и так далее. Перейдем теперь в обычную программу траклодер. Кстати, форма статистики видна и отсюда. Но мы загрузим транспортировку. Вот все посчитанные нами проекты. А рассмотрим мы второй пример, в котором у нас был расчет сначала в эталон. Мы загрузим этот проект. Вот мы видим схему. Видим, что 5 грузов осталось. И транспортное средство подгружено эталон. А на следующем этапе, да, вот здесь, уже пришло транспортное средство, шестиосное, в которой поместилось все. Кстати, если есть такая необходимость, и программа, например, погрузила не все, пользователь может всегда вмешаться и переконфигурировать схему по своему усмотрению. И тогда при формировании отчета эта схема также занесется в базу данных. И еще хочу показать последнюю форму статистики по транспортному средству, где бы оно у нас не приезжало, где бы не взвешивалось, вся информация будет заноситься сюда. То есть на любой площадке, оснащенной нашей системой, все фотографии, все показания сохраняются. По груженому транспортному средству мы также видим используемый потенциал, погрешность весов и все показания, и расчетные, и фактические. Доступны все фотографии. Всегда можно сделать вывод, насколько прогнозируемыми будут нагрузки по этому транспортному средству. Итак, выводы. Расчет оптимальных погрузок может проводиться в полностью автоматическом режиме. В результате в одном месте объединены данные с весов по конкретной машине и как именно груз уложен в ее кузов. На основе этой информации можно принимать эффективные решения. Доступна ежедневная сводка о перегрузах, о расхождении программы и весов, об используемом потенциале транспорта, который с помощью данного инструмента можно увеличивать. Веб-сервис TrackLoader. Он написан с применением технологии Spring и очередей RabbitMQ. Обладает всеми необходимыми качествами хорошего веб-сервиса. Это устойчивость, безотказность, масштабируемость, логирование. Уже успешно применяется на нескольких ведущих предприятиях удобен к быстрому разворачиванию в сети заказчика, а с нашей стороны всегда доступна квалифицированная техническая поддержка. Спасибо вам за внимание.